Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о тех возможностях, которые есть у жителей, у детишек нашего курортного района для того, чтобы они могли проявить свои музыкальные способности и таланты. Мы будем говорить о детской музыкальной школе номер 20. И для этого разговора мы пригласили в нашу студию художественного руководителя школы Маргариту Николаевну Зайцеву. Здравствуйте. Здравствуйте. И директора детской музыкальной школы номер 20, почетного жителя Сестрорецка, заслуженного работника культуры Александра Викторовича Левина. Добрый вечер. Здравствуйте. Объявляю традиционный конкурс зрительских вопросов. Сегодня его победитель получит приз. Это сертификат на 1500 рублей, косметология, парикмахерские услуги, массаж и ногтевой сервис от салона красоты «Сестра». Скажу также о том, что мы в ВКонтакте проводили традиционный конкурс, задавая вам, уважаемые наши телезрители, вопрос такого свойства. Какую музыку вы предпочитаете слушать? Вот результаты этого опроса я попрошу наших гостей прокомментировать в конце нашей передачи. Ну, давайте начнем с того, что очень любопытно, Александр Викторович, что вы, во-первых, коренной сестрорецчанин, во-вторых, ваши предки никак не были связаны с музыкой. Да. То есть они были связаны, но не профессионально. Они любили петь, они любили играть в компаниях, что, в общем-то, в предыдущие годы и десятилетия было широко распространено у нас в стране. Вы же пошли по стезе профессионального музыканта и организатора вот этого музыкального процесса, связанного еще и к тому же с детишками. Так вот, что такое детская музыкальная школа? Это ваше детище? Ну, так, наверное, сказать нельзя, потому что в 2016 году школа праздновала 50-летие. Вот, значит, сейчас, на год сегодняшний, сколько у нас получается? 53 года, года, из которых 36 лет ложится на мою долю. Больше половины. Да, я пришел, как случилось, я работал в 13-й школе в Зеленогорске, которую и заканчивал. Это моя родная школа. И когда мне предложили, школа 20-я в трудном таком положении была, в состоянии ремонта и в состоянии нездорового климата внутри, возьмешься или нет? А я сказал, это Сестрорецк моя родина, и я возьмусь. И мне было 33 года, а некоторая такая вера в мистику чисел у меня тоже присутствует, Христа, да. как, наверное, у многих музыкантов. Вот. И тогда 33 года, надо пробовать. И я стал пробовать. Начало было трудное, но интересное. Потом середина была увлекательная, опять непростая. И мне кажется, сейчас музыкальная школа переживает такой подъем, подъем. Есть чем гордиться. А ваше образование каково? Высшее образование. Я заканчивал Институт культуры имени Крупской, в который поступил сразу после школы. Вот специальность? А специальность аккордеониста. То, о чем мы говорили в прошлую передачу. Вот. Я поздно начал заниматься музыкой из-за того, что в семье было не очень просто по многим делам. У меня мама болела, она рано умерла, у нее был рак. Надо было выживать, и мы выживали. А жили на Угольной острове в том доме, который и сейчас украшает Угольную улицу, который приблизительно 1850 года постройки. Понимаю, что в двух словах, наверное, сложно ответить на этот вопрос, но все-таки, если можно, никогда не было у вас такого внутреннего противоречия оставаться ли музыкантом, либо оставаться организатором процесса? Потому что все-таки это работа совершенно другая, быть директором музыкальной школы. Одно без другого существовать не может. Директор музыкальной школы, я глубоко в этом уверен, не обязательно специалистом играющим, который выходит на сцену, и вот это вот не обязательно. Но он должен музыкантом быть, и неплохо, чтобы в груди, в душе он был художником. И еще самое необходимое, чтобы он был человеком. То есть морально-этическая платформа должна быть однозначная. Так сказать. Вот это вот эти требования к себе предъявлял всегда. Если этого нет, то все организационное,
все умение считать деньги и связывать вот эту экономическую сторону одно с другим бессмысленно. Все связано со всем. Ну, планку вы высокую поставили для директора музыкальной школы. Как же работает ваша школа? Расскажите, пожалуйста, хотя бы тоже, ну, может быть, кратко, если получится, о том, кто может попасть в вашу школу, кто может стать ее учеником, с какого возраста все это может происходить. Нужно ли, чтобы ребенок был талантливый, или достаточно просто, чтобы он интересовался музыкой? Вообще, кто стучится к вам в двери на вашей школы? Я или Маргарита? Пожалуйста, Николаевна? Это... Могу так сказать, что приемные экзамены, как они выглядят в музыкальную школу, это май. Вот в этот май приемный экзамен начинается с 23 числа. Это первый класс. Это все заведующие отделов, а отделов в музыкальной школе 5, даже 6, можно сказать. 6 отделов, заведующие отделами и художественные руководители. И мои заместители. То есть Екатерина Самна, неизменный заместитель по учебной работе и важное звено во всей приемной нашей компании. И детки приходят, и на каждого ребенка примерно уходит 15 минут. А что они что прослашивают, просматривают, по каким позициям мы смотрим. Значит, без музыкальных способностей ребенка остается не может. Ну, это изначальная базовая отправная точка. Поэтому мы слушаем ребенка, например, наличие мелодического слуха, гармонического слуха, тембрового слуха, то есть тех способностей, которые внутри есть, но они еще не развиваются, но уже проявляются. Динамического слуха, метроритмической организации, физической возможности координировать, что в музыке играет очень большую роль. И в очень большой степени такие внутренние, ну, я не скажу актерские, но интеллектуальные, что ли, или в задатках интеллектуальные способности эмоциональные. То есть, если ребенок читает стих, и это проходит на монотонном характере, должна быть тоже музыка. И бесконечно радует, когда положенные стихотворения обязательно мы просим, прочти, пожалуйста, стихотворение. Это стихотворение, во-первых, содержательное, а не идет, бычок качается. Ну, так вот. И когда есть интонационность, есть пунктуация, есть отношения, есть паузы, есть смыслы, то есть он лепит, есть фактуру, акценты. Да. И вот мы просим прочитать с выражением, но это не всегда же понятно. Вот. И когда все-таки видишь, что ребенок это понимает, уже угадывается в нем будущее музыкальное. Ага. А вот, Маргарита Николаевна, любопытно, вы сколько времени в школе работаете? В школе я работаю с 2006 года. 6 года, 13 лет. Да, 13 лет. Были ли в вашей практике случаи, когда вы, увидев совсем маленького, пришедшего к вам на отбор ребенка, уже почувствовали, что он будет заниматься в вашей школе, и из него действительно получится музыкант настоящий? Ну, по поводу настоящего музыканта так далеко вряд ли мы можем увидеть, потому что способностей недостаточно. Все зависит от усердия, от трудолюбия, и я всегда добавляю терпение родителей. Единственное, что я могу еще добавить, что мы детей по закону об образовании принимаем с 6,5 лет. 6 лет и 6 месяцев должно быть ребенку, чтобы он поступил в музыкальную школу. По состоянию на 1 сентября. Да, по состоянию на 1 сентября. Раньше мы не можем брать детей на обучение в первый класс. Вот. Ну, а все остальное, конечно, способности могут быть замечательные, но если нет усердия, Ну, то труд, как всегда. Ну, это, мне кажется, в любой области. Ага. Абсолютно в любой. А вот я вас, могу добавить. Я вас должен перебить, потому что у нас есть звонок. Давайте мы послушаем телезрителя, а потом вы добавите. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, очень приятно. Мы слышали, что в районе вокзала собираются построить филиал музыкальной школы. Скажите, пожалуйста, это слухи или это действительно так? И планируется ли строить новое здание? Спасибо. Спасибо, Елена. Это, наверное, кто к вам, Александр Викторович, конечно же, ко мне. Тем более, что я ожидал этого вопроса. И
могу сказать так. Уже второй раз мы заходим на проектирование новой детской музыкальной школы. Почему так происходит? Потому что то здание постройки 1893 года, в котором мы сейчас располагаемся, не соответствует ни на нашему развитию, ни параметрам другим, любым другим параметрам. Изначально это не была музыкальная школа? Это была церковно-приходская школа. Да, это здание. Мы его очень любим, оно очень уютно. Но когда симфонический оркестр 28 человек репетирует в 60 квадратных метрах, потолки 3 метра, то дирижер мне говорит, я не могу дать форте. Я не могу дать меццо-форте. Я не слышу среди этого гудения, что происходит. Тем более, что когда приходишь на их репетицию, то ты видишь, что один последний ряд занят и свободный, где те, кто хочет послушать репетицию, сидят и слушают. А со сцены благополучно все стекает в партер, так сказать. В общем, места нет. Места нет. И завершу эту мысль. Uh-huh. Если сейчас вот было бы так, что никаких планов развития не было бы, эту школу стеснило бы в очень серьезной степени. Попросту ее развитию было бы поставлено ограничение, красный свет. Uh-huh. Теперь был проведен опрос и мнение краеведов, если позволите, я зачитаю. Ну, кратко, да, пожалуйста. Кратко. Или перескажите. Значит, они разные. Из них и вот несколько мнений этого опроса. Мнение краеведа Ренни. Известные люди, я буду с них начинать. Здание на улице Воскова, 15, Сестрорецкий, где планируется построить детскую музыкальную школу современного образца, не несет историческую и культурную ценность, оно не является памятником. В этом районе Сестрорецка не осталось ничего исторического. В вопросе сохранения здания идет речь лишь о субъективной эмоциональной реакции жителей Сестрорецка. Хорошо бы организовать слушание по этому вопросу. Подождите, поясните, пожалуйста, речь идет о том, что можно снести это здание и на его месте поставить деревянное что-то? Деревянное здание, вот это здание с левой стороны, если смотреть, вот идти, смотреть на здание вокзала, которое было исторически швейная мастерская одно время, к этому зданию была пристроена кирпичная пристройка, причем эта кирпичная пристройка с той задачей, чтобы швейная мастерская, которая там располагалась, имела возможность функционировать в советские времена. И что пишет краевед Борис Еремеевич Ривкин, что очень важно, потому что этого человека я глубоко уважаю, он знает о Сестрорецке, пожалуй, больше, чем мы все взятые. Значит, он пишет, это здание не несет никакой исторической ценности. Начало 20 века здание, рядовая застройка, ничего примечательного, что в нем располагалось до войны, неизвестно. После войны здесь была швейная фабрика, то, о чем сказал, к которой пристроили кирпичное бетонное строение. Изнутри оно изуродовано до невозможности, полностью поддерживая снос старшего здания и строительство новой музыкальной школы. Угу. А здание старой музыкальной школы считаю нужным отдать под музей. Он так думает. Хорошо. В каком положении сейчас эта ситуация вся? Будет ли строительство новой музыкальной школы? Будет строительство новой музыкальной школы. Кто проектирует здание? И будут ли там учтены все особенности музыкальной школы именно? Обязательно. И вот какой ответ я получил от администрации. Он звучит следующим образом. Добрый день. Следующая формулировка звучит в официальной документации по строительству школы. Затраты на проектирование строительства здания детской музыкальной школы по адресу города Сестрорецк, улица Воскова, дом 15, участки 3 и 4, будут включены в проект адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Со сроком начала работ в 2020 году. Я вам так скажу, что в 2017 году уже проектные работы проводились. А есть материалы какие-то? Остались? И после этих проектных работ остался кейс с чертежами. Угу. Но только с одной детализацией. Там было два участка, и поскольку их соединить было невозможно,
была дана команда строить два здания, которые будут оба здания принадлежать детской музыкальной школе. А сейчас эти участки объединили, новое проектное задание в одном здании сделать. Хорошо, давайте упростим ситуацию. Будет ли, по-вашему, эта школа? И в какие сроки она реально может появиться, как вы считаете? Вот, исходя из кипа документов, которые вы пришли. Да, судя по тому, что администрация сделает все возможное, что проектирование начали в 2020 году, я еще раз повторяю, в 2020 году, у меня есть надежда, что проектные работы в 2020 году будут завершены. И в 2021 году обязательно начнется строительство. Встретимся в начале 2021 года, и вы придете к нам с фотографиями, где будет, ну, хотя бы котлован. Да, 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 да. Давайте вернемся к действующей школе сейчас, к работающей. Конечно же, мы обязаны поговорить о людях, которые там работают, о вашем творческом коллективе, потому что, как я понимаю, в школе, в музыкальной, особая ответственность при подборе кадров, потому что это, во-первых, дети, во-вторых, это специфические дети, талантливые дети. Как создавался ваш коллектив? Насколько он сейчас работоспособен? Насколько вы довольны тем, что происходит в вашем коллективе, если, конечно, можно так говорить? Может быть, вы начнете наш... Ну, я могу сказать, только подтвердить слова Александра Викторовича, что действительно деятельность школы сейчас на подъеме. И если вспомнить, когда я переехала жить в Сестрорецк, в первый же год я сходила на отчетный концерт школы. И если вспомнить, что я тогда увидела, и что сейчас у нас происходит, какие у нас проходят концерты, какие у нас глобальные масштабные проекты осуществляются в школе, то, естественно, школа прошла за последние 15 лет колоссальный путь развития, просто колоссальный путь развития, и этому есть масса подтверждений, огромное количество подтверждений. У нас достаточно сказать, что отчетный концерт в капелле длился 3 часа. Я как-то пошутила с Александром Викторовичем, мы, наверное, скоро будем абонементы делать, потому что мы взяли не всех желающих выступить в концерте, и даже не дело не в желании, а тех, кто действительно достойно могли выступить на этой сцене. Ну что ж, мы продолжим разговор о вашем творческом коллективе сразу же после рекламы. Мы вновь в студии «Диалога» и слушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут. Как? Андрей. Андрей, очень приятно. Говорите, пожалуйста, Андрей. Хотел уточнить, во сколько лет детей лучше отдавать, и можно ли как-то определить склонность ребенка к занятиям музыкой. Вот, например, у меня такой ребенок может быть гиперактивный, неусидчивый немножко, и я бы хотел, чтобы он занимался музыкой. Ну, такой вопрос. Спасибо, Андрей. Спасибо. Давайте, может быть, я отвечу. Ну, давайте вы. Да, я повторю еще раз. Мы в первый класс принимаем детей на обучение тех, у кого по состоянию на 1 сентября будет 6 лет и 6 месяцев. Но прежде чем ребенок к нам поступит, в конце мая, вот начиная с 23 мая, у нас проходят приемные экзамены, где ребенок должен пропеть 2 песенки и затем выполнить те предлагаемые ему задания. И в конце мы просим прочесть 2 стихотворения. И по результатам уже вот этих экзаменов в конце мы вывешиваем наши рекомендации. Либо ребенок поступил, либо он в резерве у нас, либо ему не рекомендовано учиться в музыкальной школе. Помимо этого, у нас дети учатся на подготовительном отделении, начиная с 3 лет. В группы есть, начиная 3-4 года, 4-5, 5-6 лет. И самую старшую группу подготовительного отделения, 5-6 лет, мы тоже этих детей тестируем, проверяем их музыкальные способности. Все экзамены будут, начиная с 23 числа. Поэтому, пожалуйста, можете подходить и решить вопрос уже индивидуально, непосредственно у нас в школе.
А я напомню нашим телезрителям, что сегодня у нас в студии почетный житель Сестрорецка, заслуженный работник культуры, директор детской музыкальной школы номер 20 Александр Викторович Левин и художественный руководитель школы Маргарита Николаевна Зайцева. Напоминаю вам также, что победитель сегодняшнего конкурса зрительских вопросов получит сертификат на 1500 рублей. Это косметология, парикмахерские услуги, массаж и ногтевой сервис от салона красоты «Сестра». Ну и также в конце передачи прошу наших гостей прокомментировать результаты опроса в группе ВКонтакте. Мы задавали вам, уважаемые телезрители, вопрос, какую музыку вы предпочитаете слушать. А в нашем диалоге мы остановились с вами на рассказе, вашем рассказе о ваших коллегах, о коллективе творческом. Что за люди работают в школе? Да. Школа музыкальная может состояться и может продуктивно и эффективно работать в том случае, если есть помещение, если есть коллектив, и причем коллектив высокопрофессиональный, и если есть дети, которые способны, которые, может быть, выше поднимаемся, талантливы, и еще лучше одаренные. Поиском таких детей мы занимаемся. В школе работает 63 сотрудника, из которых 50 человек – это преподавательский коллектив. И 27 человек из 50 имеют высшую категорию, 8 человек имеют первую категорию, и 15 человек категории не имеет. И причем это ничего не значит, потому что у нас еще сбалансирован возраст. И я очень рад тому, что в коллективе есть как молодежь, 9 человек молодежи, великолепная, талантливая молодежь. Некоторые из них еще учатся и в консерваториях, и в разных учебных заведениях. От 30 до 50 лет самый работоспособный возраст, таких преподавателей у нас 23. И больше, чем 50 лет возраст, за 50 лет, таких преподавателей 18. И в той категории, и в средней категории, первой, средней, и в третьей категории, скажем так, вот этот баланс очень важен, потому что мудрость опытных преподавателей компенсирует недостаток, может быть, опыта у талантливых, но не хватает опыта, они молоды еще. И я считаю, что коллектив очень хороший, очень работоспособный, и в коллективе нет таких людей, которые к работе относятся, ну, так формально, что ли. Работа для них жизнь. Если я правильно понял, вы довольны тем коллективом, который я сейчас сформирован? Я очень доволен тем коллективом. Более того, вот есть некоторые задачи по введению в коллектив новых сотрудников наших. И мы все, всем коллективом, а я в особенности, конечно же, подбираем кадры с особой тщательностью. Потому что известно, что каждый новый человек, который появляется в коллективе, сразу меняет выражение лица, если так можно сказать, коллектива. Последний наш прием, напоминайте, если кого-то забуду, Сергей Владимирович Румянцев. Пианист замечательный, консерваторское образование, он стал сразу на расхват как концертмейстер, сразу востребован как преподаватель. Абсолютно замечательный, талантливый человек. Я очень доволен, что не ошибся. Юлия Сергеевна Мельникова, которую мы взяли по переводу из лицея Санкт-Петербургского лицея. Замечательный человек, прекрасный музыкант, консерваторское образование. И с ними приятно не только работать, с ними приятно общаться, говорить на одном языке, видеть, как они улыбаются, и получать радость от того, что сразу все становится понятно. У меня же есть вот какой вопрос. Вам, как директору и человеку, производящего впечатление очень мягкого человека, наверное, трудно даются увольнения. Наверняка же были в вашей практике такие вещи, когда вы своему сотруднику, который проработал какое-то количество лет у вас, должны были сказать: нет, голубчик, ты не подходишь. Когда я начал работать в далеком 1983 году, в коллективе было 3 фракции. Надо было с этим как-то разбираться. Поскольку мне нечего терять, директор меня мог взять в Зеленогорский обратно, тут же мы с ним дружили, то 10 человек одного за другим.
Они были уволены? Они были уволены. То есть вы сделали это? Я сделал это. Тогда давайте посмотрим. И, честно говоря, и сейчас тоже, если человек не соответствует, я в очень мягкой форме, потому что правильно сказали, я мягкий человек. Очень деликатно, но скажу, что, к сожалению, вот в настоящее время нам необходимо расстаться. Ну, давайте уже, наконец, совершим такое видеопутешествие в вашу школу и покажем нашим телезрителям, как это выглядит изнутри. Музыка – это высшее из искусств. И поэтому, чтобы подойти к этому высшему, нужно все остальные ступени пройти. Наши дети, которые хорошо учатся, да и вообще просто вот учатся в музыкальной школе, они же более развитые, духовно более развитые. У них как-то больше понятия вообще о мире, о музыкальном мире. Мне этот инструмент очень нравится, что этим инструментом можно очень сильно тонко передавать музыку, голос, скрипки. Я выбрала фортепиано, потому что мне очень нравится его звучание, во-первых. Во-вторых, оно как целый оркестр, то есть там есть все абсолютно. Можно изложить всю душу, играя на фортепиано. Мне очень нравится играть на скрипке, потому что там звук красивый. Вдохновляет очень сильно. Ты как бы можешь всю душу показать через скрипку. Да. Что ты там играла? Вообще поделись своими впечатлениями от этого события. Я играл там детский концерт Щелокова. Но мне, конечно, очень понравилось выступать. Такая сцена большая, акустика хорошая. А что ты чувствуешь, когда выходишь вот на такую большую сцену? Ну, в первую очередь, как бы, то, что нужно прибавить уверенности, чтобы выйти. Хорошо сыграть, что все-таки не каждый день выпадает такой шанс. Я очень рада, что я играю на таких площадках, как капелла, сцена Мариинского театра. И, естественно, это еще большая заслуга нашего директора, что он так для нас старается, вывозит наших исполнителей на такие большие сцены. И очень почетно играть на таких концертах. Я хотел бы играть в, ну, если в планах на далекое будущее, в заслуженном оркестре России, разумеется, а также, возможно, когда-то вернуться сюда уже в качестве преподавателя в нашу школу музыкальную. 9 лет – это, можно сказать, целая жизнь. Вот на выходе отсюда что ты чувствуешь сегодня? Я думаю, что я, с одной стороны, чувствую свободу, то есть свободу в смысле, что у меня нет никаких ограничений, но в то же время я все-таки об этом немножко жалею, потому что я уже так привыкла практически каждый день посещать музыкальную школу, ходить на фортепиано, заниматься сольфеджио, музыкальной литературой, петь в хоре. И когда теперь этого всего не будет, я пока что не могу представить свою жизнь. Мы продолжаем наш диалог вновь в студии. И я хотел бы вас спросить, а вот то, что ваша школа, детишки из вашей школы, музыканты, можно уже сказать, конечно же, выступают в капелле санкт-петербургской. Это как некий аванс или как поощрение? И как вообще меняется их сознание, когда они оказываются в этом легендарном зале? Вот насчет смены сознания вы сказали очень правильно. И для нас, поскольку у нас нет возможности отчетный концерт, где обязанность показать все во всем
так сказать, объеме наше качество работы, в нашем зале мы это сделать не можем. В зале кинотеатра «Курорт», ну, мы практиковали играть концерты, и там нас принимают, там наши друзья, но там нужно 14, 15, 16 микрофонов, которые завязывают, талантливая работа звукооператора, что не всегда удается. И я поставил задачу выйти в город и попытаться обеспечить в течение года несколько концертов на разных элитных, замечательных концертных площадках, которые знамениты. В капелле «Вступала нога Глинки» и так далее. Это там дух совсем другой. Уж не говоря о том, что для музыкального акустического исполнения очень важна акустика. Там акустика знаменитая, известная. Еще мы играем, сразу же могу сказать, концерты в достаточно большом количестве в Мариинском театре. Причем, как в одном из интервью Маргарита Николаевна сказала, мы прошли почти через все залы, которые... Нет, мы осваиваем дальше. Осваиваем, расширяем залы. Но и зал Мусоргского, и зал Прокофьева, и фойе Стравинского. Мы там гастролируем. Часовые программы даем. И к этим, так сказать, остановки здесь нет. В концертном зале знаменитом, которым Валерий Висалович Гергиев гордится этим залом, это концертный зал «Мариинки 3», мы тоже там играем нашими оркестрами, принимая участие в фестивале Валерия Висаловича «Мариинский Next» и «Шереметьевский дворец». А вот кто-то из знаковых таких фигур нашего музыкального мира присутствует на ваших концертах? Тот же Гергиев, например. Мы там встречаемся с Валерием Висаловичем. Он приходил к нам в школу и слушал камерные выступления нашего камерного младшего ансамбля, который в прошлом году стал победителем среди городских музыкальных школ на городском смотре в этой номинации. Он сидел и слушал, как 18 маленьких детишек, скрипачей играют хорошо. Но хоть что-то сказал, какие-то слова после завершения выступления детей? Он сказал добрые слова. Добрые слова. Вообще, я так могу одно сказать, что музыкальная школа может Валерия Бесалыча видеть человека, который по-доброму к ней относится, который готов ей помогать, так сказать. Даже одно предложение для меня очень интересное было. Он говорит: я когда-нибудь ваших детей посажу в свой оркестр, где будет играть профессионал, а рядом ребенок. Профессионал, любопытно, а рядом ребенок. Любопытно. Вот это был бы шикарный проект. А когда? Проект. Вы его напоминаете об этом, чтобы он не забыл. И говорит: я это сделаю. Это был бы шикарный проект. Мы с удовольствием послушаем потом ваш рассказ об этом уникальном, конечно же, событии. Скажите, завершается год учебный. У вас, конечно же, были какие-то планы творческие. Что вы можете сказать? Удалось ли осуществить все задуманное? Какие знаковые тоже события в жизни вашей школы произошли за уходящий год? Удается, правда, с огромными усилиями, но все задуманное воплотить в жизнь. Кульминационный момент, конечно, капелла. Еще и потому, что 150 человек, 3 автобуса с детьми. 4. Мы везли туда и обратно. 4-й автобус с преподавателями. Угу. Задача была на протяжении времени 3 часа не потерять ни одного ребенка, организовать выход на сцену, чтобы вот наши внутренние дела и их сложности не заметил никто. Билеты, 700 билетов были распределены среди родительской общественности. И для нас это, конечно, еще и экзамен. И когда после выступления Капельского, где первое отделение было заполнено номерами солистов, где наша задача была показать все специальности, всех отделов, все показать. И причем от малышей до уже серьезных музыкальных высказываний. Mm-hmm. Серьезные полотнами с Шопеном, с Чайковским, вот то, что девочки, которые здесь есть, со Стравинским, кстати говоря. То есть это профессиональное уже на уровне училища некоторые произведения. А второе отделение состояло сплошь из коллективного музицирования. То есть вместо ожидаемого выступления симфонического оркестра и духового оркестра прибавился и народный.
Народный оркестр. И это первый год за короткий старт, начиная с 1 сентября, Наталья Геннадьевна Корнеева сделала народный коллектив. И он заслуженные аплодисменты получил. Вот какая зрительская реакция была, хотел вас спросить? Аплодисменты. И после, конечно же, родители подходили ко мне и там, и в школе, в том числе, и выражали свое удовлетворение. И серьезное, так сказать, впечатление после этого концерта. Ну, о том, какие вы ставите задачи на будущее, мы поговорим сразу же после рекламы. Мы продолжаем наш диалог, и сейчас мы принимаем звонок нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, добрый вечер, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. 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 Меня зовут Катерина. Очень приятно. Вот, хочу поблагодарить Александра Викторовича, Маргариту Николаевну за то, что они, конечно же, несут такой бесценный вклад в сестрорецких детей, которым далеко было бы ездить, допустим, в город, в какое-то музыкальное заведение. И вот они, конечно, в таком маленьком здании ютятся. Вот. Большое вам спасибо за это. А вопрос такой. Возможно ли восстановиться вот, в музыкальной школе ребенку после долгого перерыва? Ну, восстановиться в каком плане? Чтобы сохранились там вот эти 2-3 года, которые она занималась? Или же уже все по новой начинать? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Директору скорее вопрос. Хотеть значит мочь. Надо просто прийти к нам, показать ребенка. Мы определяем уровень его сейчас развития, соответствие класса, потеряно что-то или не потеряно, творческие способности и одаренность, и потом принимается решение. Нам категорически необходимо искать и находить одаренных, талантливых детей. Мы для этого и работаем, и существуем. Для того, чтобы из даже среднего, если по способностям ребенка, сделать сильного, из сильного сделать профессионала, и профессионал уже дать ему дорогу в жизнь музыкальную. Я могу да, добавить, пожалуйста. Что мы принимаем не только детей 6 лет и 6 месяцев, но по некоторым специальностям нам нужны как раз-таки взрослые дети, 10, 11, 12 лет, потому что у нас расширен спектр инструментов на духовом отделе, и такие инструменты, как валторна, как тработ, как фагот, у нас эти инструменты представлены. Эти инструменты, как ни странно, даже дефицит в этих специализациях испытываются в городских школах. Есть дефицит в музыкальных училищах по этим специальностям. А здесь у нас, в общем-то, школа вдали от центра города, и у нас есть эти специальности, они у нас представлены. У нас будет дополнительный набор на контрабас. Невозможно представить ни один оркестровый коллектив без контрабаса. Ни джазовый, ни эстрадный, ни академический, симфонический, ни народный, ни духовой. Ни один коллектив без контрабаса. Контрабасы – это не коллектив. Не коллектив. Правильно. А я напомню нашим телезрителям, что победитель сегодняшнего конкурса зрительских вопросов получает приз. Это сертификат на сумму 1500 рублей. Косметология, парикмахерские услуги, массаж и ногтевой сервис от салона красоты «Сестра». Ну и также в конце передачи мы обсудим ваши ответы на наш вопрос, какую музыку вы предпочитаете слушать, уважаемые наши телезрители. А я бы хотел спросить Маргариту Николаевну о том, как художественный руководитель, на что вы обращаете больше всего внимания сейчас, на какие аспекты работы с детишками? Вы знаете, с детишками у нас несколько такая многоплановая работа. С одной стороны, у нас есть учебный процесс, традиционный учебный процесс с учебными планами. Было бы совершенно неинтересно детям этим только заниматься, поэтому огромное количество наших детей принимают участие в различных фестивалях и конкурсах, причем разного уровня. Здесь, конечно, надо напомнить про 2 наших районных фестиваля, которые традиционно проводятся у нас в нашей школе. Это районный фестиваль с музыкой в новый век на следующий год. Он будет 20-й. Уже. И фестиваль для учеников 1-2 класса «Веселые нотки». На следующий год это будет 10-й фестиваль. Помимо этого, наши дети принимают участие в конкурсах городских
международных конкурсов. И вот буквально перед эфиром я просмотрела нашу статистику, которая, ну, просто постоянно пополняется. На сегодняшний день, вот на момент эфира у нас, может быть, уже что-то дополнилось. Пока мы тут с вами разговариваем, да, может, завтра уже добежит еще новая статистика. Жизнь меняется стремительно. Стремительно. На сегодняшний день у нас в школе 78 лауреатов различного уровня. Я не делила первой, второй, третьей степени. 78 человек являются лауреатами. 39 человек дипломантами. И в этом году наша школа имеет 7 гран-при. 7 раз наши дети стали обладателями гран-при. И, естественно, в этой связи хочется еще раз вспомнить нашу звездочку. Я очень не люблю это слово «звезда», его это слово затерли, но здесь это действительно наша местная звездочка, это Ефремов Богдан. Мальчик, который в 3 года решил заниматься на виолончели, в 4 года он начал заниматься на виолончели. Ростропович тоже спал в футляре из-под виолончели в 3 года. Так что, знаете, тут аналогии можно провести. И вот на сегодняшний день, только в этом году, этот парень стал лауреатом первой степени очень значимого конкурса. Это конкурс имени Свиридова. Он победитель конкурса «Юное дарование». Он обладатель премии правительства Санкт-Петербурга. Он буквально 2 дня назад стал лауреатом международного конкурса виолончелистов, то есть узконаправленный конкурс, только виолончелисты в Клайпеде, привез нам эту еще премию. И самое важное, круг замкнулся. Как Ростропович, он спал в виолончели, ну не спал в виолончели, а мечтал стать виолончелистом в 3 года, в 4 начал. И сейчас он стал стипендиатом фонда имени Ростроповича. Угу. То есть этот мальчик, когда он играет, а у нас очень значимое жюри на фестивалях представлено. И вот один из членов жюри, Михайловская Ирина Станиславовна, она заведующая духовым отделом городского лицея комитета по культуре Кикины палаты. И когда играл Богдан, она пришла, говорит, у меня аж все, говорит, мурашки пошли по телу. Вот этот юный парень, 14 лет, говорит, играет так, как будто он знает об этом мире все. То есть настолько вот воодушевляет его игра. Ну, мы надеемся, что он будет расти и развиваться дальше. И эта премия, и эта стипендия Ростроповича ему поможет в этом. А хочу вас спросить вот о чем. А если к вам придет школьник, мальчишка, девчонка, скорее мальчишка, и скажет, что я очень хотел бы научиться играть на ситаре. Ну, что вы ему ответите? Я отвечу, что такого инструмента у нас нет. Да, угу. К сожалению. Потому что фортепиано должны преподавать пианисты. Угу. На скрипке игре должны учить скрипачи, а да. Вовсе, к примеру, не медники кто-то, угу. Да, и так далее. И так далее. Хорошо, а давайте тогда упростим ситуацию немножко. А если ребенок проявит интерес к игре на гуслях или на балалайке? Понимаете, какая штука? У нас 107 детей пианисты, угу. И 14 преподавателей, которые работают на фортепианном отделе. У нас 58 детей струнники, из которых 44 скрипача и 11 виолончелистов и 3 контрабасиста. У нас 63 человека духовой отдел, который совсем еще недавно, там десятку лет назад, еле 2 класса флейтистов набиралось в 16 человек. А сейчас 63, где представлено, если в симфоническом оркестре есть духовая группа деревянно-духовых инструментов, то флейта у нас есть, гобой у нас есть, кларнет у нас есть, фагот у нас есть. Если уходим в медников, то труба у нас есть, валторна у нас есть, тромбон у нас есть. То есть поскольку одной из приоритетных задач у нас коллективное оркестровое исполнительство стоит доминантное. Почему это важно? Потому что тот же самый Богдан, когда он играет в нашем симфоническом оркестре, его голос слышат все.
И поскольку яркий, одаренный от Бога человек, то другие дети хотят быть похожим на него. Смысл оркестровой игры еще и в том, что это коллектив, который двигается, который гастролирует, который ездит, который связан одной и той же идеей, и которые должны слышать как вертикаль, так и горизонталь. Недаром в известном фильме известного кинорежиссера симфонический оркестр, его репетиция – это слепок жизни. Да, действительно, это слепок жизни. То есть наши дети, обучаясь в оркестре, мне так кажется, развивают все свои музыкальные способности и учатся не только у своих преподавателей, а и друг у дружки, что существенно. Вы вот в процессе нашего разговора привели достаточное количество цифр, очень убедительных, разных совершенно. Но, в конце концов, все эти цифры, они являются таким опосредованным критерием, что ли, деятельности вашей. Потому что, конечно, результатом является то, что мы должны говорить о культуре вообще и музыкантов, и музыкальной культуре. И с их помощью мы должны говорить о изменении культуры в нашей стране. Вот вы ставите такие цели перед собой, и как вам это удается в наш стремительный век, когда все меняется очень быстро, засилие попсы происходит, ширпотребовской музыки, суррогатов всевозможных. Вы держите в голове как бы вот эту высокую цель, или вы настолько погружены в этот технологический процесс, что просто нет времени этим заниматься? Нет, конечно, вот то, что вы говорите, держите в голове высокую цель, мы держим в голове высокую цель. Занятие музыки у нас, без этого невозможно. У нас документ, которым мы руководствуемся, который мы создаем, называется он «Программа развития». С 18-го, нынешняя программа развития, 18-22 год, ну, соответственно, да, 2018-2022 год. Необходимо, чтобы наша программа развития по вертикали, так сказать, вошла в соотношение, в корреляцию с документами правительства. И если существует дорожная карта, план развития детских школ искусств на период с 18 по 22 год, и в этом плане абсолютно четко изложены требования, которым должны соответствовать детские музыкальные школы, то вот эта вот вертикаль, как я ее называю, как в оркестре, есть вертикаль и горизонталь. Так вот, этой вертикали мы должны соответствовать для того, чтобы нормативные документы, по которым мы живем, не входили в противоречие с внутренним документом. И вот программа развития у нас предполагает, главное – это коллективное музицирование, это доминанта, самое главное. Второй момент, о котором мы говорили, это наши фестивали. Потому что фестивали это высококвалифицированное жюри. Uh-huh. Высококвалифицированное жюри – это когда люди, не жалея, говорят о каждом выступлении критически. У нас 2 минуты остается. Да. Следующее, что я могу сказать, что один из наших проектов – это открывая календарь знаменательных дат, который начался в теоретическом отделе, играет неимоверную роль в развитии наших детей, где скрипачи могут петь, а певцы могут играть на рояле, и где одновременно и конференции, и олимпиады. Причем одно пересекает другое. А, да, да. И я об этом могу говорить, потому что там позиции 5-6, которые изложены, и они определяют не только политику школы на ближайшие годы, а это еще и моя программа. И стоит только этой программе измениться, это уже не для меня. Давайте мы сейчас попросим наших режиссеров вывести на экраны цифры нашего опроса. Ответ на вопрос, какую музыку вы предпочитаете слушать. И вот я хотел бы, чтобы вы прокомментировали то, что вы сейчас увидите. Ну, вот классическая 15, поп и так далее 13, электронная 8, рок, фолк, джаз 33 и другое 10. Ну, другое – это, наверное, застольное пение. Для меня это ожидаемый результат. Ожидаемый результат. Ожидаемый. То есть он примерно соответствует как бы действительности. Я именно примерно так ожидала. Даже я ожидала, что рэп, хип-хоп, поп будет выше. Но, к сожалению, ожидаемо. Угу. А что? А я бы так сказал. Есть такой документ. Извините, я что-то сегодня больше о документах. Как директор, Стратегия развития в сфере культуры или стратегия политики в сфере культуры до 2030 года. Там есть такое перечисление.
со словами, вплоть до того, что национальной безопасности мешает понижение интеллектуального уровня населения, отсутствие понижения интереса к серьезной классической академической музыке, падение духовности. И это я могу перечислить целый ряд, и это вызывает настороженность и опасения. Я с радостью вычитал там, что, к сожалению, в России акустические залы, в которых должна жить академическая музыка, их бесконечно мало. Ими гордиться могут тоже только столичные города – Москва, Санкт-Петербург. А настоящий зал должен быть не меньше, чем 800 посадочных мест. Угу. И стратегия политики такой, что эту ситуацию надо изменить. И то, что произошло в 2000-х годах и концах 9 предыдущих лет, так сказать, произошло следующее, что студии, кружки стали преобразовываться, перелицовываться в детские музыкальные школы. Но по сути остались кружками. Это неплохо, кружки. Но это не реализация предпрофессиональных программ. Это ад либитум. Это по желанию. Угу. Это я хочу, чтобы мой ребенок прикоснулся, понял. Так же, как игра в шахматы, так же, как бассейн. Это вот он уровень. А профессиональное обучение музыкальное и школы искусств необходимо поднять на этот уровень. Именно вот так векторно. Время подведения итогов конкурса зрительских вопросов. Какой из вопросов вам показался наиболее интересным? Ну, для меня первый вопрос. Первый вопрос. Что он достаточно, оно вам здание. Да, потому что он очень злободневный, этот вопрос. И потому что Александр Викторович очень аргументированно. А для меня вообще ответил. Это жизненно важный вопрос. Жизненно потому важный. Что я знаю, да. Что будет со школой, если не будет нового здания. Она задохнется. Поздравим Елену. С победой поздравим в конкурсе, Елена. Да, Елена? Да. Поздравляем вас с победой в этом конкурсе. Вы получаете сертификат на 1500 рублей. Косметология, парикмахерские услуги, массаж и ногтевой сервис от салона красоты «Сестра». Ну что ж, повезло. А мы благодарим. Да, повезло. Но вы можете поучаствовать в других конкурсах. Смотрите наши программы, смотрите регулярно наши программы. И вы будете одарены сертификатами самых разных. Я чаще в записи смотрю, к сожалению. Вот надо выбирать время. Да. Благодарю вас за участие в нашей передаче. Спасибо вам за приглашение. Массу интересных и важных вещей вы рассказали. Уважаемых телезрителей, прошу держать в своем календаре пометочки о том, что необходимо посещать выступления замечательной школы, коллектива школы. Впереди летние концерты. Впереди летние концерты. И поддерживать их. И самим поднимать свой духовный уровень, расти духовно. Для этого существует школа, для этого существуют наши замечательные гости и их творческий коллектив. Спасибо вам большое. Благодарю наших телезрителей за участие в передаче, особенно тех, кто задавал свои вопросы. Всего доброго и увидимся ровно через неделю.